Депутаты Совета депутатов округа от партии «Единая Россия» Павел Чамурлиев, Ирина Грабарчук и Владимир Жандаров приняли участие в выездном совещании по вопросам подготовки объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему сезону. На нем обсудили основные нарушения, выявленные во время контрольных мероприятий на территории всей Московской области. Проблематика во всех муниципальных образованиях схожа: разрушение оголовков дымоходов и вентиляционных каналов и захламление подвалов многоквартирных домов.